США обеспокоены тем, что Россия, возможно, отправляет в Сирию боевые вертолеты. Москва, в свою очередь, говорит, что поставка техники не имеет отношения к конфликту, который многие месяцы продолжается в стране. Между тем, госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с критикой поставок техники. Мы требовали от России остановить переправку боеприпасов в Сирию. Они время от времени говорили, что нам не следует волноваться. Все, что они отправляют, не имеет отношения к внутренним вопросам сирийского правительства. Это откровенная неправда. И мы также обеспокоены последней информацией о том, что в Сирию из России направляются боевые вертолеты. Это в значительной степени усилит конфликт. Клинтон не уточнила, из какого источника американские власти получили данные о вертолетах. Во вторник представитель ООН сообщил, что конфликт, продолжающийся в Сирии 15 месяцев, уже перерос в полномасштабную гражданскую войну. С момента заключения 2 месяца назад соглашения о прекращении огня были убиты сотни человек, включая гражданских лиц, повстанцев, а также военных армии Асада. Обостряются отношения и между представителями разных религиозных общин, повстанцами-суннитами и сторонниками Асада, в основном алавитами. Аллаху акбар.